На зимниках и ледовых переправах в Югре продолжают вводить ограничения. Из-за потепления в Нижневартовском районе снизили пропускной тоннаж на временных трассах. В направлениях Нижневартовского Пугал-Былина и Белорусский Ларьяк теперь разрешен проезд машин не тяжелее 30 тонн. Грузоподъемность в 20 тонн установлена на маршрутах Былина-Зайцева-Речка и Мегион-Покур. А в Ханты-Мансийском районе по зимним дорогам передвигаться могут лишь легковушки. Здесь не пропустят машины тяжелее 5 тонн. В Кандинском районе 1 апреля закроют все зимники и ледовые переправы. Специалисты установят информационные таблички и запрещающие знаки. Въезд и выезд перекроют искусственными ограждениями.